Значит, стоп, мы играем обычно, время обычно. Сколько нас? 10. 10. Ставлю 10 слотов. Может, кто еще подключится? А так, донат, привет, Вова, чатку. О, косарь, нихуя! С добрым утром, девочки. Рутикей, спасибо, блядь, здорово, нормально все. Ходы, значит, ставим чего? Ходы все, порядок действий. Текст рисунок или рисунок текст? Можем попробовать наоборот, типа, рисовать потом текст. Хотя а, нет, так идеи не будет, нет. Просто как мы будем, смотри. Мы должны будем нарисовать идею, а люди отгадывать. Ну это хуйня. Давай, Вован, сначала вот стандартно, чтобы те, кто да, не да, играли, да, да, поняли, а потом давай, уже да, будем да, экспериментировать. Go, go, go. Погнали. Та-та-там! Быстро. Сапки, они поражаются, я знаю. Живем. Так, начать историю, сочиняем. Пацаны, чё придумать? А Дину нужно? О, всё. О! Готово. Ого, сюда. Это тоже засчитаем, это тоже засчитаем, ребята. А, Лёха пришёл, Лёха! Ага, здорово. О, мы уже начали. Извините. Не, ну это тех людей, которые башню, блядь, там... Я уже играю, дурачок. А, ты зашел? Я вообще. Так, это было уже, алло, кто это нарисовал, блядь? Ладно, я нарисую то же самое. А что рисовать? А что мне сейчас делать надо? Блядь. У тебя вверху написано, видишь? Типа, а теперь пора рисовать. И ты это должен нарисовать, чтобы так, ладно. Не поняли. Ёп, твою мать, это пиздец какой-то. Не надо. Так. Я всегда свой рисую, поэтому. Бля, чуваки, у меня мышки 15 тысяч DPI, блядь. Братан, я не могу рисовать, нахуй. Это много? Вась, это пиздец. Я просто не знаю, сколько это в сантиметрах. Так. Вась. Там, если что, цвет можно менять, все дела. Вась, вот ты на меня до сих пор не обижаешь, что я с Антошей поцеловался? Да похуй всем, блядь. Саш, опустим это для домашнего разговора. Так. Вот. Ну, я написал еще, как мне как это отправить. Готово там. Ребята, не ссорьтесь. Экран, чувак. Помада у меня, блядь. Маман, какая, брат? От какой фирмы? Мак, с фактор. Макс, собака такая. Короткая. Да. Экраном, блядь, нормально все. Так. Тихо. Я рисую, блядь. Все, готово. Я уже нарисовал. Ой, блядь, чё с ногой? Ша! Ой, я её неправильно рисовал. Ёб твою. Блядь. Или нормально. Так, стоп. В какую сторону английская Б рисуется? Вправо или влево? У меня не умещается, блядь. А теперь пора рисовать. Гвин, посмотри на клавиатуру. Не-не-не, не то. Она большая, подожди, а маленькая как? Так ты напиши маленькую. Так и маленькая тоже. Но, я думаю, нормально. Так. Да, блядь. Пойдёт. Мама звонит. По-моему, неплохой рисунок. Давайте вот так сделаем. А как понять, кто нарисовал чей? Бля, Гвин, пожалуйста, просто делай, что тебя просят. Всё, это всё, что требуется. Ты потом поймёшь. Я хочу быть почемучкой. Кстати, мороженое вкусное. Да, очень вкусное мороженое, это лед. С дома? Блять, чё? Бля! Чё это такое, блять? Чё, блять? Что это может быть, блять? Чё, блять? Блять. Да, это, пацаны, кто это? Блять. Что-то нарисовано непонятно, ребята, вообще нифига. Ладно, вот так пускай будет. Что это за дичь? Ой, дичь? Иди, блядь. Пойду принесу сырники. Да... А, нет, тут рано еще, блядь. Да кому звонят, ответьте. Да, блядь, да, вы побыстрее, там один кто-то не дорисовал. Все, проебался. Там закинул. А как это рисовать, блядь? Блядь, ну это пиздец. Я в шоке просто, ребята, как вы можете придумывать такие? Блядь. Я не знаю, кто придумал Brawl Stars, я не знаю, как он выглядит. Brawl Stars. Ну, кто придумал Brawl Stars, 100% гений. Ладно, хорошо, спасибо, давайте, согласен, давайте, согласен, блядь, согласен, просто, блядь, нарисуем вот так. Блядь, кто это написал?
Блять. Сука. Так, ну-ка, сделаем так. О! Ага. Блять. Он круглый? Кто? Да тут я, сука. Всё, это... Ну, слушайте, я не знаю, как просто это еще нарисовать, блять. Не пиши, да похуй. А чё у тебя там, нельзя говорить? Да, блядь, типа, здесь... Бля, вы не думаете, что мы сидим, блядь, реально отгадываем, кто чё написал? Мы просто ржём над вариантами, блядь. Я просто хуйню какую-то. Да, мы, бля, рисуем какую-то хуйню, типа, я думаю, нужно будет... А я будет... стараюсь рисовать. Нет, я тоже. Тоже. Не, ну, вы рисуйте картину, по брат. Смыслу, типа. Слушай, я художник, я так вижу, ещё на всякий случай говорю. Если в конце покажутся мои рисунки, вы все увидите. Я просто художник, у меня такое видение картины. Нормально. Мало. Мало мне. Моё. Каждый раз, блядь. Каждый раз орёт, сука. Сань, всё хорошо, Сань. Да, всё. Дышу. Блядь, Нель, пиздец, не слышу тебя. А похуй, Нель, ты, блядь. Похуй, я уже... Или я успею? Не, не успею. Нель, скажи что-нибудь. Я нарисовал шедевр. Не, нихуя не слышно. Сейчас на 200 тебя выкручу. Да, Нель, тебе реально такое. Да. Было же нормально. Блядь, так нормально? За хуйня? О, сейчас погромче еще. Живу, аж хрюкает сучара. Похуй, такой получится. Так ебать, алло, кто там не дорисовал один? Давай заканчивай уже. Ой, бля, я все. Кто АФК, сука? Я все. Это я. Че это за хуета, блядь? Что у меня нарисовали? Что это? Идея, блядь, пиздатая. Бля, эта игра, она просто, блядь, ну, лучшая в мире, знаете, блядь. Не, знаете, надо вот так, чтобы больше было. Ой, понятно. Бля. Все, кто не успел, 2 человека, 5 секунд у вас. Фух, командир нам. Что, блядь? Кто это написал? Бля, это по-любому... Это по-любому Илья, блядь, ёбаный нахуй. Что там, что? Да там про Бровлера, блядь, написано. Это ты? Почему я? Я что, просто Бровлера? Значит, это не он. Кто это, блядь? А что написано там? Это ты, блядь, тут написал предложение? Бровлер, блядь. Я писал то, что видел. Ой, бля, как это нарисовать? Это пиздец, сейчас. Это я там что-то в голове, блин. Рисовала про Brawl Stars. Так, ладно. Давайте без спойлеров. Без спойлеров по Brawl Stars? Что это за хуйня? Обо что ты думаешь? Блин. Бля. Санька, ща, погодите, пацаны. Бля, мне не хватит времени, это пиздец. Ебать, чечло с сосалком. Кто? Так, никто. Ща узнаете. Ой, блядь. Бля, это вам реально в голову приходит такое писать, пиздец? Я все еще думаю о том, почему именно я, блядь, написал про Бровлера. Я не могу выкинуть эту мысль себе из головы, блядь. Ну, я думаю, всем понятно, что это такое, блядь. Так. Ой, нет. Это то... Бля, не, подожди. Так. Так, вот так сделаем. Блять. Бля, я хуй знает просто, как еще, блять, это нарисовать.
Ну, типа, смысл, блядь, передан вроде корректно. Это что за хуйня, блядь? И что ты, блядь, нарисовал? Блядь, это... А, это, слушайте, это не банан. Я не знаю. Бля. Так. Вот так напишу. Пиздец, что вы рисуете, чуваки? Я в ахуе. Бля! Так, ладно, хорошо. Ладно. Что это за хуйня? А как это рисовать, блять? Welcome to the club, Барри. А это точно? Ладно. Нет. Блять. Не точно. И правда не точно. А как я ее нарисую? Это какой-то пиздец. Образно. Так, это что за, блять? Так, понял. Прикольная хуйня. Это воспользуюсь этим инструментом, блядь. А тут инструмент еще есть. Право, да. Блядь. Так, ну, получается... Че ты орешь, блядь? Похуй, так сойдет. Бля, походу, блядь, дело мне мое вернулось. Так, сейчас, секунду. Ой, блядь. Я гоню быстро. Сука, откуда ты это спалил, блядь? Кого? Кто-то тоже про Славу Мерлоу написал. Тебе просто спел, я не знаю. Это ты, сука, сделал, блядь. А как мне нарисовать? Кого, блядь, сделал? Чупа не поняли. О, все норм. Так, напишем на всякий случай. Нормально. Ну шо вы там так долго-то? А, не. Да нормально, но мы стараемся, рисуем. Я да ладно тебе, не старайся. Все нормально. Так, что это за хуйня? Чего? Мы договаривались без всякой хуйни, какая-то хуйня. Ну я не знаю, ну блядь, я хуй знает. Смотри, какое-то говно, блядь, честно. У меня даже креатив, блядь, куда-то в жопу улетел, блядь. Пусть будет так, короче. Чего, блядь? Блядь. Блядь! Я в ахуе. А, да. Блять. А это гелик. А это ломба. Так какой так, кокодил да, получается какой-то. Читай это вслух. Дец. Бля, какой-то какая-то дичь ебаная, блядь. Так, ладно, знаете, как его... Вот. О, мусора забрали в дурку кого-то, блядь. Я не рисовал, это не я рисовал, блядь. Не, подожди. Эй, бать, сланцы четкие, блядь. Так. Ну-ка, как нарисовать, чтобы Вова не отлетел? Да, там, блядь, да. Да. Да, боже. Да, ПЖ, блядь, можно. Скинь домашку, пожалуйста. Скинь домашку. Помоги с домашкой. Ну я хуй знает. Кто это говно придумал, я даже вам скажу, кто это придумал, блядь. Это Диник ебаный, блядь. Что? Крокодил какает, блядь.
Я такого не придумывал. Да это ты давай не сочиняй, блядь. Кто кириллицы еще пишет, блядь? Да. Так я увидел. Или кто-то его подставил, слышите, блядь? Блять, сука, ошибка, конфетами он срал. Как мне конфеты нарисовать? А вот хуй. Не знаю, какой-то герпес на говне, похуй. Типа, похую пойдет так, блять. Да ебать. Ладно, похуй. Хуйня. А я как его на спине нарисую? Ребят, 5 секунд. Так, это была последняя. 5. Сейчас у нас будет... 4. Еще 3. 2. Ну, все, 1. Все, вам пизда. Все, ура, поехали ржать. Погнали. Озвучка, включить режим показа авто. Может, с конца? Давайте с конца. Зачем? Давай нормально. Давай, погнали, ладно. Гвин делает рекламу Алтсити. Чё? Так, Гвин делает рекламу Old Spice. Гвин пшикает на себя туалетную воду. Бля, ломака, ну ты заруинил все, блядь. Old Spice, ты не Old Spice. А что, чем тут Гвин? Толик пшикает себе туалетную воду. Толик, блядь! А почему Толик, блядь? Толик уж... Похититель ароматов зовут Кушат. Блять, что? Волосатое яйцо за. Бля, какое говно, сука. Ой, пизда. Железный человек в пузо. В пузо. Бля, я думал, это ломака, блять. Тихуя! Толстый зельзи. Это Р прописная, алло, дурня. Это, блядь, Шанель! Это же не... Железный было, а не зелёный. Охуевший швед ищет. Зелёный! Кровь и дрейс. Пошла, бля. Сейчас черепаха окажется. Челябинска, дай мне кружки у долбей. Бля, не, это пиздец. Терминатор В, голубой устричи. Устрича. Что? Голубой устрица. Это какой-то чел из этого, ну погоди, бля. Чел из Майнкрафта обрыгался и нашел жемчуг. Кто-то рыгает в лужу. Я понял, блядь, как это вышло, блядь. Да-да-да, я тоже. Ебать, на деньги похоже. Блюю в пруд. Блюю в пруд. Блюю в пруд. Молодой человек нарыгал в море. Ой, не. Это не лужа. Лягушка едет на самокате. Ах, это лягушка, блядь. Это что, блядь, за хуйня? Да, что, блядь? Пепи едет на велосипеде. Нихуя айс нарисовали, блядь. Быстро на велике. А, это превратилось в Слава Мерлоу, блядь. Ну, блядь, хорошо. Я понял. Слава Мерлоу едет. Слава Мерлоу, я гоню быстро. Молодец, Ломака. Быстро, блядь. Вот есть собаку. А, блядь, вот. Ужастик. О, охуеть нарисовал, нихуёво, слышишь? Нормально, кстати, да. Бегемот есть. Сейчас будет мой рисунок. Ну смотри, неплохо пока по смыслу. Ага. Это, блядь, бегемот! Серый волк Апани сожрал кнопу. Метаморф. Что? А, кнопу? Ну, кнопку! Ебать, шрифт разный! Волк есть мясо и какает конфетти, блядь. Собака
Динозавер какает конфетками, а из носа кровь. Кровь. Это пиздец. Ой, блядь. Поздравляю. У тебя два погами. А как оно вышло на 4 потом, или что, это другое что-то? Мама ворвалась на стрим, Бравл. Вот, блядь, кто это нахуй? Красава! Неудовлетворенная мать делает пиздец сына Бравлера. Блядь. Не бей. Мазелов красава, блядь. Да я не знал, что к этому придумать, блядь. Стоп, блядь. Опять получил пиздюли от ОМОНовца. Он. Блядь. Чё-то грустно, блядь, как-то нахуй. Да, это грустно. Конец, пиздец. Стример на Бонго Камс. Попросили к запреткам мне это. Чё? Так, всё прилично. Стример смотрит Бангу. Так, ну, в принципе, норм. Ага, смотрит. Бустер, блядь, опять. Там камеры нет. Сейчас опять. Школьнику запрещают смотреть порно. Не, я думал, бустеры кто-то пишет. Чел стол ебёт, блядь. Чувак не хочет смотреть порно. Там член наоборот, блядь. Это там тахту трахают. Татулечку. Лысый мужик смотрит порно в бане. Порно в бане, было бы прикольно шутка про бан, блядь. Опять писать в море, подожди, было же. Даша просто пиздит чужие деньги. Чел стоит в перевернутом флаге Украины и кидает сардельки. Нормально. Спасение флага от сосиски. Я понял, блядь. Сосиска выбывается на ОМОНовце. Ой, блядь. Это пенис, алло, долбоёб. Да. Сосиска. А нахуя ты залупу её нарисовал? Я пыталась её завуалировать. Залупа на сосиске есть, эта штука на конце. А с другого конца почему нет? Залусный русский меня маму убил. Бля, она же стоит. Что? Чё за ребус, блядь, денег? Школа без прикола получилась. Я думал, как это, блядь, за... Не прикольно. Что не прикольно, блядь? Получил два там отлично. Реально, хуй нарисуешь. Блять. Ой, это чел, который кореш Джимми Нейтрона, блядь. Школьник плачет из-за двойки в дневнике. Когда слишком сложные загадки, бля, хер грустно. Пойми, как нарисовать их. Нормально, у нас четверка в двойку прилетела. Второму классу ребенок понял, куда впишешь. Арсений выпил пиво и решил потанцевать. А, вот что это было, блядь. Суета, суета, блядь. Ваш раз-два танцует. Рыжий дед проник в ночную клуб на полукуб. Бля, рыжий дед. Сука. Дети дот камонолит. Вася в деда в итоге превратился. Дед. Идет камонолит. Хесус и Патрик, блядь. Сиди, блядь. Бля, ну под конец разъебало вас. Сначала душно было, давайте еще. Давай. Смотрите, давайте обословимся тем, что вы не сочиняете такое, чего бы не смогли сами нарисовать. Потому что это очень сложно и не смешно выходит. Да. Блядь. Типа, мать идет пиздить сына Бролера. Ну да, окей, это можно нарисовать. Охуеть, так. Как нарисовать можно. Это сложно. Погнали. Так. Вот так сделаем. Не-не-не. Блять, нет, не буду писать. У меня шутка такая была, блять. Меня посадят за нее нахуй. Блять, чувак, согласен. Угу. Yeah.
Не, давайте по приколу, чё, реально там прикольно было. Чё у тебя дверь знак в памяти? Вот это охуенно, ребят. Сейчас посмотрим, в чё это превратится, типа. Блядь. О! Блядь, меня опять от денег задал задание. Как это нахуй рисовать? Чё, у меня даже чат не понял, чё это, блядь. Я не знаю, как это рисовать, пацаны, не пиздите на меня. Так, сейчас. Все сосредоточены, молчат. Угу, все рисуют. Блять, что за хуйня? Я не могу это нарисовать, блять. Блять, согласна, блять. Не ругайся матом. А то штраф. А то штраф суд тебя, блять, заберут. За то, что на клитор, про клитор что-то говорил. Понятно, блять? Кто? Я про клитор ничего не говорила. Ну это, да. Подумала? Угу. Интересно, кто любит сосать? Даша. Да все мы любим сосать. Понятно. Ну, только Деник сказал про это. Да-да-да. Чё, съели, да? И Даша подтвердила. Чё, пососали, блядь? Блядь. Ну, вроде норм. Какая хуйня. Фристайла. Блять, да я понял, разница, пацаны, сейчас. Ребята, так пойдет. И блять, так сойдет. Я вижу картину так, пусть так и остается. Я так вижу. Охуенно. Во, заебок, да? Натуре вообще чат умный, да. Пиздец. Что это такое, блять? Блять. Что это такое? У меня хуйня какая-то. Тихо, не палите, блять. Блять. Как он рисуется, блять, алло. Прикольное задание. Мне тут в рулетке выпало, я должен с вами на немецком говорить. Also, muss ich jetzt Deutsch reden. Бля, я не знаю, ребят, я не умею нахуй эту хуйню рисовать, блять. Я ich weiß auch nicht, was ich machen soll. Чё? Ебать. А ты ничего на бан не напиздел, блять? Най-най-най, ищ обганный казах. Он по-казахски говорит. Бля, не могу донат скипнуть. Он, а нет, он сказал, все нормально, я казах. Так, стоп. Блять. А, не-не-не, не так. Я танковый еще фоллос. The фронлич фоной. Че, ты про женщин слышали? Мэйф, Диник, варбешт нахуй лимба де руса. Это, блядь. Да не пиздите, страшно. Найна, сэш фоналис гуд. Зелёная? Ладно, пусть. А почему? Покачану. А? Ай?
Блять, ну и хуйню я нарисовал, пиздец. Не, ребят, вы меня заставляете такую хуйню рисовать, после которой я в Украину не въеду, блять. О, Диан, можно, можно, давай. На Next залетай. А я не знаю, как ты еще нарисовать, рис? Пусть будет так. Не-не-не. Моя Диана, блядь. А-а-а. Помоги, я знаю, ты не агростример, зомби-ферму скоро закроют в марте. Если не вернется онлайн, не мог бы ты пять минут в зомби-ферму ВКонтакте, а то игра заебся! Бля, я в него в трубу осенью. Ой, блядь, я такой... Реклам, жалко будет, если закроют. Бля, ребят, зомби-ферму закроют, если вы туда не зайдете. Зайдите, пожалуйста. Бля, я пошел в зомби-ферму. У меня на машине там жестянки соберите, пожалуйста, к машине подойдите. Грядки покопайте. Ой, да, и морковку удобрить надо. Нахуй. Блять! Ладно, успел. Чё, блять? Посоветую, с чего начать учить немецкий? Не знаю, можно начать смотреть всякие взрослые фильмы на немецком. Ты имеешь в виду порно? Блять. Я хуй знает, блять. Ну, наверное, так оно и происходит, чуваки, вы не думали? А, я так ебать. И... Желтая головка. Это что такое? Ну, вообще какая-то черепашка ниндзя. Желтая головка, я бы тебе сказал... Алло, 5 секунд, блять! 5 секунд, быстрее пишите. Это донатер. А. Блять. Блять. Сука. Я в ахуе просто, еще и безграмотный. Кто это написал? Про меня. Я ничего не писал. Ты, блядь... Да нет, тут просто ошибочки в словах. Ну, бывает. Ну, я клавиатуру еще не изучил, иди нахуй. А, понятно, блядь. Блядь, фу. Фу, блядь. Фу, блядь. Фу, нахуй. Фу, блядь. Фу, нахуй. Сука, что за бескультурщина, ёбаный в рот. Теряться на каждом шагу. Так. Че за хуйня, блядь? Так, пацаны, надо как-то пояснить. Что, опять конфликт? Не, иди в жопу, я заканчиваю с конфликтами. Блять, нет. Блять, да как это нарисовать, блять? Я не понимаю, блять. Сука, я уже все испортил, ладно, похуй. Что там, блять? Так, сейчас, быстро. Ой, бля. Блять. Да, сука, кнопку путаю. Я вроде, ну, понятно нарисовал. Да похуй, блядь, все. Или нет? Бум-бум-бум. Напишу. Все. Я считаю, гениально получилось. Ладно, не пишу. ЧЕГО ЭТО, БЛЯДЬ?! Я понял, блядь! Я не понял. Я вообще... О, нормально. Я хуй знает, что это такое. Да ёбаный свет. Блядь. Не-не-не, это не смешно будет. Надо... БЛЯТЬ! Оно улетит, я надеюсь! Да, я всё скипу, потому что мы сосредоточены. БЛЯАА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 
Так, ладно. Блять, не умею я нахуй рисовать заборы ебаные. Какой-то хуй с пирсингом получился. Так, ладно. Блять! Типа он бежит. Ладно. Ай, бля, так. Блять, сука. Художники, помогите, как это сделать? Так. Ой-ой-ой. Блять! Пацаны, я не знаю, как это будет. Какая буква? Какая буква? Пойдет. Ой, какой же гений, блядь. Все, похуй. Фух. Отлично, я успел. Полоски, да? Нормально? Такая хуйня, блядь, нарисовалась, просто пиздец. Блядь, чё за хуйня такое, блядь? Так, Как это? Вот так. Да ебать мой хуй. Ой, то есть, извините. Не надо. Ты сам будешь или кому-то дашь? Да какой, блядь, это вот этот вот, траволатор. Как это нарисовать, блядь? Так, ладно. Блядь, как это рисовать, пиздец? Люди так и не поняли, говорили, пишите так, чтобы это можно было нарисовать. Похуй. А, блядь, а... Ладно. Да они просто рисовать не умеют. Да, ублюдки. Бокануло, да? Да-да. А я не помню, как выглядит логотип, ребят. А, я вспомнил, как так, выглядит стоп. Логотип. Не то. Вот так. Вот так. И... Ой. А, ну да. Правильно? Нет, ой, слишком нет. Жестко. Вова ку-ку, чаточка. Здорово. Я смотрю тебя с пранка Адамсона. Привет. Но денек на сап нет, точка обращения к чату. Пацаны, подарите сапку. Взамен скину сигнов Браул в руках и скину в ЛС и предложку. А здесь нет такого. Короче. Блять, стоп! Какая-то хуйня, блять, ну ладно. Типа, блять. Бля, ну я не знаю, я уже, наверное, не успею. Ну это последнее, типа. Мы узнаем, что до этого было. Нормально. Нормально, нормально. Все, момент истины, ща орать будем, о! Поехали. А, это последняя была, господи. Да. О, слава богу. Алло, кто там еще рисует? Даша.
Даша! Вов, я раскрашиваю, подожди. А, я так и знал. Все, не успела. Я успела. Все, погнали. Нави едут домой. Ой, бля, ща про бунтарей будет, бля. Нави едут на турнир. Нет, блядь, нормально. Я сам до Нави дошел. Я тоже, кстати. Я тоже до Нави дошел. Нави едут в темный город. Чем интересно? Там их зло. Мамака неправильно сделал. Нави домой. Схуяли, у тебя Нави едут домой, и у меня Нави домой. Так ты мог написать, просто написать, блядь. Нави едут домой. Чё ты рисуешь-то, блядь? Ребёнок плачет под одеялом. Блядь, всё пошло по пизде, да? Как будто обоссался, блядь. Но у нас Нави дошли. Судья и прокурор в суде. Судья. Чего? У меня такого не было. Встать! Чё у него подмышки воняют жёлтым? Суд на... Ну да, типа, сегодня шуток про Навального не было. Нормально, я избежал это. Ну, Нелли нормально рисовал. Навальный не был. Мужик несёт металлический. Украл забор и съе бывает. Я тут тоже заруинил, блядь. Почта России пиздит последний. Как это нарисовать? Я статью. Я думаю, никто дальше не понял, типа хуйня, блядь. Гоним самогон. Самогон. Прощание с бутылкой. Сдуй нахуй. Больно вытаскивать. Не, нормально, Илюх, слышишь? Не, ну такой, знаешь, необычный юмор, заебок. Недовольный после массажа. А, я понял, почему, блядь, это все так вышло. Все, врач, блядь. Врач лезет в жопу пациенту. Собака, блядь. Собака какая-то, блядь. Неважно. Хесус строит башню перед стримером. Оригинально. Да. Интересно, во что это превратится? Блядь, какая-то коробка на голове. Справа какая-то тряпка. Это же даже не похоже. О. Охуели, что ли, а? Хесус готовит разрывные шутки своему стриму. А, да, да! Поняли, он типа у меня их смотрит, пацаны. Мастер напал на 89 склад. Чё солд? Не, ебать, я что-то выпал. Я выпал с того, что типа Хесус, блядь, шутки с моего стрима пиздит. Извините, конечно, должен был пояснить. Черепаха крутится на голове. Я, кстати, нихуёво нарисовал, смотрите. Круто, да, круто. Черепаху вмазала, и она нихуй наденься. О, он так же нарисовал. Я кто-то, да, да. Ему подсказали. Пашка не с диализе. Чё? Лезе, лезе. 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 Я думал, лезе. Черепашка ниндзя заползет вниз по лестнице долго. Пояснение, долго, блядь. Ну тут не долго. Рафаэль идет к крысе жрать пиццу. Правильно, пиццу. Рафик. Вечеринка в Дискорде. Так, вот это сложно было нарисовать. А, вот что это было, блядь! Пиздец! Пятя в зуме. Спиздил шутку, блядь. Камер. Шутка про... Удалон кочавит. А? Удалон кочавит. Удалон кочавит. Чавит, блядь. Чел дрочит в зум. Ну я не... Ха-х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 а-
Батя ворвался в комнату во время занятия. Нихуя, Нель. Жиза, блядь. Колобок попал в Майнкрафт. Что? Да? Пиздец, я все заруинил. Блядь. А что ты ответил? Батя залез в одноклассники. Чё, как, блядь, вы на это? А, блядь, ветер. Митинг в поддержку одноклассников. Старики бунтуют против закрытия одноклассников. Старик странный какой-то. Запретили одноклассники. Сейчас, блядь, школьники что-то запрещают. А, не, все правильно. Хорошо. А я так и подумал изначально, кстати. Как и в космосе. Блять, найс! Я понял, во что это превратилось, смотрите дальше. Блять, это как и в космосе? Ну это еще было понятно. А дальше-то что получилось? Космонавт обосрался в космосе. Так он срать будет, скафандр, Нель, блять. Да потом в космос начали наваливать. Да я просто наваливаю в космос, блядь. Илон Маск рэп наваливает. Просто наваливаю космос, блядь. Илон Маск летит в космос. Ну, короче, молодцы, блядь, в принципе. Хорошо. Да. От тематики. Я просто наваливаю в космос. Как тебе такое, я? Вываливаю в космос, блядь. Здарова, карта. Здарова, Стас. Что это такое, блядь? Мазелов, блядь. Стас. Это вот первое, что пришло мне в голову, я ходил за сырниками, в конце таймера пришел. Да хуйня какая-то пришла в голову. Стаса украли Крым. Блядь. У Миши забрали посуду. Какие-то яйца, блядь. В смысле не наши. Крым стал Украиной. Не смешно. Грустно как-то. В смысле грустно, блядь. Это все знаете, как выглядит Крым? Ну, в принципе, типа, тематика осталась. Закончилась вода в бутылке. Чуть-чуть осталось. Тяжелое похмелье. Кто о чем, блядь? Буэ. Перепил и блюет. Не могу с этого голоса дописать. Черного на... Да меня чат заставил, блядь. Мощный мужик рыгает и бьет молотком. Блядь! Я так и думал с этой рукой что-то не то, блядь! Блядь, я... Сука, я вообще про другое подумал. Червяк в противогазе. Блядь, это ор. Вот это не противогаз. Вот в это она. Я пыталась. Не, это смешной пиздец. Диан, заходи в Дисыч. А, ты тут уже? Да, привет. В секрете у тебя есть доступ? У тебя в секрете есть доступ? Я отойду на одну, как раз вот и слот не надо добавлять. У тебя доступ в секрет есть? Есть, есть, есть. Ссылку находи туда, заходи. Блять, такой вещал. А кто вышел? Ты можешь прислать мне просто? Да, сейчас. Сейчас я с него зайду. Блять. Да, привет, чат. Не могу, блять. Привет, привет. Здорово всем. Ту-ду-ду-ду. Диан, ну тут придется ассортивный юмор шутить, блять. Это вообще. Ну ладно. Ассортивный юмор. Диан, кстати, хорошо ассортивный юмор умеет. Сардинный юмор. Одобряю ассортивный юмор. Ну чё, поехали, заходи. А что это туда приконнектилось? Так, ну что? Я ещё на одну, потому что у меня пятка затекла. Так, блядь, нахуй ты на пятке сидишь? Так у меня тут стул, у меня стул барный, короче, он как одна моя булка, короче. И мне приходится одной ногой подпираться, а другой сидеть. Ладно, погнали. Я так уже сижу 2 часа. Так. Mm.
А про пиписьки можно писать? Да. Блин, ну их потом рисовать надо будет, это может быть забанит. Так от забанит. Ты их забанить. Ты их цензур. Цензурь их. А как их цензурить-то, блядь? Пикселить, что ли? Да. Чё за хуйня, блядь? Чё? Алло? Алло. Так, что? Блядь, почему, блядь? Все кого-то едят, блядь. Так, хорошо, попробуем так. Угу. Ой. Нет. Ой, с кругами у меня проблема. У меня тоже, блядь. Да ёп! Хорошо, хоть не с баллонами. Да блядь! А как это рисуется? Чувак, это просто. Наваливаю в космос. Да ёп! Да, точно. Ой, блядь. Нет, хуйня. Да не, не так надо, надо вот так. Да, седвейте, румадеров, БТТВ, ПЖ, ПЖ, ПЖ. Блядь. Не надо вот так. Надо вот так вот. Какая-то хуйня, блядь. Нормально. Сука. В смысле яблоко, блядь? Блядь! Да ебаный. Как? А вы точно там рисуете, это знаете? У меня уже какие-то сомнения, что мы в одну игру играем. А ты что делаешь? Time. Одно другому не помеха. Рисуем, рисуем. Угу. Ой-ой-ой. Ой, блядь. Блядь. Блядь! Блядь! Что такое? Блядь! Что такое, Дашенька? Эль, проблема, сахар. Ну, вроде норм, пойдет. Пойдет. Это ты какой-то полный пиздец. Да, да, да. Чё? Что это? Ой, блядь. Ой. Нет, давай. Мне кажется, он точно не рисует. А рисуем. Я уже пишу. Блядь, ну что это? Кого, блядь? Вообще, кто аниме ну я, написал? Кажется, я понимаю, у кого. Такая хуйня, блядь. Спасибо. Пожалуйста. Блядь, какой бред. Спасибо, Хеса, спасибо большое. Чё-то все притихли, блядь. Сосредоточен на рисунках. Да. Диан, как дела, Диан? А почему ты на меня спрашиваешь? Ну, потому что ты только пришла. Так, ну хорошо. Ботва. Плюс 5, блядь! Блядь! Что? Где-то дырка, блядь.
Ничего страшного, бывает. Я не про тебя даже. Главное, что дырка не в жопе. А, да, да. Кринжануло, блядь, мальца. Так, короче, я, блядь, я не знаю, я господь рисунков, блядь, видимо. Я сейчас такую хуйню нарисовал. Охуительную просто. А? Охуенно. Прям не скажешь, что это кто-то, блядь, прям я рисовал, знаете. Согласен, я сейчас тоже очень красиво нарисовал. Я тоже, мне тоже, блядь, очень нравится. Блядь, это уже палево будет. Причем всеобъемлюще. Да, сейчас будет вообще. А я так как нарисовал. Блядь, уберется. Ой, что-то я даже не знаю, как... Блядь. Чего, блядь? Давайте что-то, блядь, поменяем. Да, я согласен. Блять, я... Ну, блять! Пожалуй, так или... О! Да. Блять. Ох, успел. Да-да-да-да-да, слышь, мне тоже, типа, креативная какая-то хуйня. А чё, а в суд-то я не понял. А ты заметил, что всегда, вот, типа, в начале первый круг не очень, а потом нормально идет прям? Хорошо, Хес, извини. Ага. Так, ну-ка. Блять. Подождите, нахуй. По-моему, это лишнее вот это вот. Не, ну в принципе, ребят. А чё, нормально. Так и оставим, пусть оставим. А-а-а! Забыл. Тут не буду стараться, не успеваю. Блять. О. Пойдет. Норм. Чего-то успел. О! Не, это будет самое смешное, блядь, вообще, что... Самый смешной раунд, блядь, мне кажется. Типа, пацаны сейчас притихли, перестали писать хуйню, типа, все возможно нарисовать, очень круто, типа. Я доволен пока что. Сейчас будет верещалово. Что? Вот я, блядь, накаркал, нахуй. Сука, вот, да, согласен, пиздец какой-то. Блядь, Гинник. Я? Так только ты там пишешь, блядь. А шо? Там что было, то я и написал. Я же не придумаю это. Так.
Блять, я не знаю, как это нарисовать, блять. Че за хуйня, блять? Блять, сука, блять. Опять щит какой-то. Ой. Идеально. Сука, я хуею, блядь. Да похуй, блядь, я не знаю, как это нарисовать, чуваки. Это, блядь, бред. Это древний человек, он украл... Это просто пиздец, я... Окей. Блядь! Хорошо, спасибо за цитату, блядь. Ну, слушайте, у меня креатив что-то тут посыпался. Можно было вообще миллиард раз по-другому нарисовать, но... Но то, что я нарисовал камеру, у которой снизу какая-то хуйня выскакивает, это должна быть нереальная подсказка. Вот так, норм. Давай. Что-то написано. А! Подожди, чё? Чё, блядь? А что это вообще? Кто нарисовал, блядь, трюфель на флаге Японии, суки, говорите сразу. Я хочу верить, что это трюфель, блядь. Я так понял, там говна навалили, блядь, на экран. Блять. Да я тоже, блять, чё за уй. Вы такие вы поэмы тут придумываете. Блять, вот именно. Мышь. О боже. Максимальная проработка. Детали, ребята. Важны детали. Такс. Блять, я не знаю, какие уши у нее. Блять, ребят, какие уши, блять. Быстрее. На что это похоже? На жопу. Ладно. Ой, блядь. Нарисую огонь. А каким я тут образом его нарисую? Дай пошел ты, блядь. Короче, вот так пусть будет. Да, блядь, что такое? Можно еще вот так. А, нет, тогда подумаешь, что это кровище. Так что не стоит. Игра клёвая. Да, игра пиздатая. Mm-hmm.
но есть. Только вот пока рисуешь, очень такая затяжная пауза, молчание. Да, 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 да. Зато потом ржака, да. Блять! А я надеюсь, что успел. А что-то звонка не было, что ли, да? Да, 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 что-то не позвонил. Не, ой, бля. Все, погнали. Смачно пернул, размахивая ветками. Мужик бьет себя по попе и бомбе. Не, он... Жопа болит, да, что-то пошло все по пизде, что это? Школьник украл дубинку и плачет. Блять. Мужику жалко расставаться с дубиной для туземца. А чё, Рон? Аниметян. Аниметян. Так. Офигенно! Блять, вы думаете, что я дала себя нарисовать, но нихуя не получилось. Бля! Свинка пепла. Семья взялась. А вот откуда эта хуйня, блядь? Я не знаю, но тут в лице Вармун. Красивый пас. Я понял, что за хуйня, блядь. Свинья номер один на конкурсе красоты и красный бантик. Кислотная свинья какая. Аниметян. Да, Аниметян. Мать плачет над кетчупом. Это я все заруинил. Не, я все заруинил. Тут? Кореша помидора замочили на голове. Помидор плачет, убили брата П. Я не успела написать. Я написать не успела. Брат. Томат увидел кетчуп и плачет, потому что брат. А, слушайте, кто-то все вернул в итоге. Хайнц. Да-да-да, я тоже думал Хайнц. Казнь сеньоры помидор. У тебя был нарисован, пиздец. После тебя хорошо, что никто не писал. Ой. Милохин записывает ТикТок. Ой, блядь. Во что же это превратилось, блядь? Всем привет, Даня. Как его зовут? ТикТокер моднейший ЛВФ. Это Даша мне сказала, как его зовут. Можно было пошутить, типа, нет мамы. А, вот как типа. Что, Вова, это не я шучу, это у меня, бля, в комментариях насрали. Чупа-чуп держит планшет. А, вот оно чё, блядь. Осторожно, впереди говно. Нихуёво, навалил на тарелку. Слышь, лица не было. Да, 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 охуенно. Записывай ТикТок и говно на тарелке. Это были не те грибы. Ну, бывает. Чел обожрался мухоморов и умер в блевоте. Блевотин. Это как Милохин, блядь. Даня Блевотин. Мужик объелся грибов и зарыгался. Фу. Паша техник объелся. Блять, вот откуда эта хуйня, блять? А ты чё? Я не знаю, как это рисовать. Ученик горит рот от остри грибов. Ну всё вам близко. Да. Ой. Кролик ест морковку. Ой, бля. Бля, прикольно. Это мило. Да. Ясно, как дошло до... Мои молока. Зубы нарисовал. Кролл кушает морковку. Кролл. Отменно, кстати. Крош хвастает со своей морковкой. Блядь, я вообще не в ту сторону немножко пошел. Ого! Блядь! Что ты хотел сказать? Вы что? Я свою морковку, свинки. Ник, это не смешно. Крош тыкает своей морковкой.
Блять! Блять, смешарики 18+, блять, да, это... Змея съела слона. Блять, вот это я вообще уебал. Как слон превратился в мышь, блять? Да-да-да. Реально мышь нарисовали, блять. Змея есть мышь. Да я, блять, не знаю, как он рисовал. Гигант, ну, изменяли, блять. Змея несет потерявшуюся мышь дома. Дома. Вот что это, блядь? Что такое? Что это, блядь? Змея несет компьютерную мышь домой. Нихуя! Почти один в один. Ща погамаю. Змея душит мышь. Бля, Хес, я так хотел пошутить изначально. Это, по-моему, гипопотам какой-то, блядь. Не, круто вообще нарисовано. Карандаш, фломастер и ручка на собеседовании. Чё, бля? Ну, приняты, блядь. Собеседование в 89-й склад. Я Жору не успел адресовать. Блин, там просто какая-то борода и улыбка. Иисус Чигая Качакинг стрим. Качакинг. Там Жора, да? Я не успел. Ну ладно, хотя бы типа прикольно. Это мы? Я так и думал, блядь. Мади стал сидят, а хэ. Слушай, ну ты почти, только другие кенты, блядь. Бля, смотри, смотри. Лошадь ебаная. Андрюха недоволен лошадью. Вот обидно. Я поймал снюс Суэда. Да, просто все. Я. Внук украл снюс. Не успела записать там у бабки. Отдай. Просто отдай. Нет, он стал снюс, потом удалил. Бабка требует шайбу у школьника. Короче, я все испортил, блядь. Бля, я понял. Просто я понял. Испорченный. Хоккей с бабкой. Бля, клюшка не так держится. Разрывная. Путин играет в хоккей. Блядь, я еще и нарисовал... Блядь, короче, ладно. Кого? Чё? Ну это Путин, когда поскользнулся на коврике. А. Я-то чё, Люк, вспомнил. Пончик грабит банк. Сейчас ломаку нарисует. А, нет. Хуя красиво. Чекайте. Данкин Донат грабит банк. Данкин Донат. Сейчас кто-то про стримеров ебанет. ДД, блять. Ну, Данкин Донатс. Афродит пришел за пенсию. Бля, осуждаю. Бля, Хесус, ебаный в рот, блять. Ну вот от него не ожидал. Пушкин оформляет книгу. Бабушка пишет завещание и угрозы. Кто такой Пушкин, да, Даш? Завещание, бля. Я считаю, я знаю, кто такой Пушкин. Он стрелял еще. Так, фастовая. Из пушек. Я пойду, ребят. Давай, давай, давай. Все, давайте, баба, ребят, спасибо за внимание, спасибо за внимание. Сань, я тебе в ТГ что-нибудь напишу, ты мне ответишь. Да, да, мы еще раз, но только будет быстро очень проходить. Ой, давайте, баба. Сейчас будем быстро рисовать. Пока, пока. А, тогда, ребят, сразу давайте что-нибудь простое, не надо там загадывать, там, типа, жираф съел, блядь, обезьяну и катается на дереве. Давай, 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 раз, два, три. Катается и катается, зачем это делает? Ой, блядь, пиздец, ступняк так, напал. Просто так просто и сделал. Чё придумать? Всё. Достаточно просто. Всё, похуй, я ничего не придумал, пацаны. Бля, вот это ж опять шутки про говно, блядь. Чё это такое вообще? Как это? Что это, блядь? Блядь, сказали. Сложно, не рисуйте. Не пишите. Вы бы знали, что мне выпало. Долбоёбы, блядь. Я не знаю, что это такое. Вот сейчас я попробую по-быстрому нарисовать. Да я не ебу. Я ж, блядь, дед. Я не ебу, что это такое. Блядь.
Все, похуй. Нарисовал по заказу, блядь. Блядь, что-то быстро как-то. Да, сказали же, этот самый, того. Того, блядь. Ой. Так, что это? О, блядь, на последней секунде. Ебать, это как-то даже не обосрать никак. Я так и знал, да. Блядь, я напишу как есть, похуй. Да ебаный в рот, я не успел. Что такое? Чего? Ебал я в жопу твоего цыпленка, блядь. Я не понимаю. За что цыпленка, Вова? Вова, цыпленочка, не трожь. Блядь, я не понимаю, что это значит. Блин, что ж так сложно-то? Не пускай капают. Так, а, чё он? Ага. Бля, фу, я хуй знает, что еще нарисовать. Пиздец, как быстро. Вообще нереально, да. Да я, походу, да. Пацаны. Все. Ой, блядь. Кто тут? Что написано? А! Пиздец. Сука, да что это, блядь? У кого там, блядь, сука, на пернатых, блядь, дрочево какое-то, блядь? Вы знаете, Вова, как выглядит Тойота? Тойота? Как BMW, бля, похуй, Диан, рисуй, блядь. Бля, понятно. Как BMW, Mercedes и Audi, блядь. Блять. Охуенная звездочка, блять. Да бля, я не знаю нахуй. Это просто пиздец. Ну норм вроде, в принципе. Что? Чего, да? Что? Блять. Что, блять? Я понял. Я не понял. Блять! Чего? Нихуя не понял. Что дописать не успел, денег? Я да. Я не, а что, я не успеваю? Пиздец, не, я конечно понял, что это, блять. Ебать, у меня получилось, наверное. Я не знаю, блять, я не знаю, что. Так. Пускай гадает. Я не ебу, блядь. Нереально быстрее что-то нарисовать. В этом и прикол.
Понимаешь, да? Пиздец. Ой, бля. А? Что это, блядь? Что это? Я хуй... Просто это какая-то залупа, блядь. Что там? Я просто рисую, блядь, и всё. Откуда всё порчу, блядь? Так, короче, я понимаю, половины рисунков не будет, блядь. Само крутка убежала. Сигарета аппетит из двух стар. Что это? А, с двух сторон! Это думаю, что за звезды, блядь? Двух стар. А что я должен? Я не успел слово мерзко. Что это такое? Бля, ну вы пиздец, конечно. Беломор канал! Смотри. Джоу. Идеально. Да, что это, блядь? Из Амангаза. Чёрная пипетка. Чёрная пипетка, блядь. Детектор лжи с Иисусом. Блядь, Диник, ты заебал, я тебе клавиатуру русскую подарю, блядь. Правда или ложь? Алло, мягкий знак, блядь. Ебать, я знаю, нахуй. Два раза больше Вовы. Где детонатор? Джакир боится. А, Джокер, я думал Жорик, бля. Не успел написать слово мерч. Ку, блядь. Писюн. Я просто в рот ебал, типа, что за говно, блядь. Утка с усами. Чего, блядь? Нель, я понял тебя. А, да. Неплохо, бля, кстати. Бля, серьезно? Ну, больше на цыпленка похоже. Усатый цыпленок поэт. Ну да. Чё за поэт, блядь? Ну у него усы, поэт. Петух с газеты. Твой батя, блядь, перед телевизором, нахуй. Принесла наво. Блядь, наво. Новости. Чё все не успевает писать? Ты чё? Ты что? Чемпионат мира. Уткарилась в горчичи. Горчичи, блядь. Объелась горчичи. Горчица. Поморгает. Ой, Хесус креативный мальчик, блядь. Ну, как видишь, получилось. Что получилось, блядь? Рогатин нарисовали, как ты. Я перепил, блядь, найс. Что, неприятно, да? Ко всему конфликт запланированный начался. У Диника все, бля, мигуста, нахуй, серые. Пьяный стример. Бля, не смотрите на мой рисунок. Я стример. И что? И что? Это нужно Джин. Было быстро... Джойн, блядь, так! Увезли! Слышишь, охуенно, блядь, подходит, стримлю. Рад, что прошел запор. Поделился новостями. Фух, бля. Батя просрался. Почему у него сиськи? Это руки. Как его в туалете. А, всё. Как его в туалете? Во-во-во-во-во. Ничего не смотрю. Сори. Глент умер. У меня просто музыка играла. Глент. Камри 3,5. Так, как это... А, а. Бля, так медленно появлялась. Камри. Ну тут, я думаю, легко было. Кам. Что такое коричневое? Это что? Тойота Камри хорошая машина. Это Тойота Камри. Не, это коричневое, это что? Бля, я все заронил, я все заруинил, блядь. Заронил. Рынок бутачек. Рынок бутачек. Заронил.
Утка ест хлеб. Да что-то у вас с птицами сегодня. Опа, это точно хлеб? Я уточка моно хлеба. Ага. Угу. Это еды. Да, но тут, наверное, все утка утку. Просит еду. Все утку нарисовали. Понятно. Дай. Голубь срон. Блядь, Диник, ну ты хотя бы дописывай, ёб твою мать, блядь. Не успел, голубь срёт не коричневым говном. Голуби реально чёрно-белые какашки. Ты откуда знаешь, блядь, ценитель говна нахуй? Обезьяна съела жирафа и катается на дереве. Во, блядь, Мазелов. Блядь, Мазелов, урод, блядь. Лиса домогается медведя. Лиса домогается медведя, понял. Еп, ян. Лис дает пизду медведя. Как лиса, блядь, ой, жираф в лесу приводит. Лис щипнула по... По! Я так и понял, что-то по, блядь. Ну чё, блядь, по, понятно, наверное. По! Лиса нюхает камень. Блядь. Как иронично, да, что ты последняя. Желтый шар летит в космосе. О. Ну тут я не знал, что придумать, если честно, блядь. То, что пришло в голову, то я придумал, блядь. Шарик вылетел в космос. Ну, я думаю, тут все выиграли, наконец. Не-не-не, тут пошло все. Ух, ты улетел. Бабая потеряла шарик. Блядь. Я все сломал, блядь. Девочка проебала воздушный змей. Конец бип. Конец бип. Бля, короче, все, я на этом иду. Похож, да, я блядь. Иду в Little Nightmares ебашить. Спасибо всем, кто сидел, было смешно, блядь.